Привет! Приходите на мой канал, подписывайтесь, я вас очень жду. А сегодня мы с вами приготовим солянку классическую по-грузински в горшочке. Для этого нам понадобится мясо говядина 400 грамм, колбаса какая-нибудь копченая, ну вот у меня куриная, грамм 300-400, 4 столовых ложки томатной пасты, 4 огурца соленого, 2 зубчика чеснока, лимончик, 2 луковицы, 2 столовых ложки масла, 2 столовых ложки муки и по 1 чайной ложке перца и соли, а также 1/2 стакана виноградного вина и 15 маслин без косточек. Ну вот и все, поехали. Лук режем мелко. В разогретую сковороду выкладываем масло сливочное и добавляем лук. И жарим 1 минуту. Мясо мы отварили, а теперь выкладываем его и жарим минут 5 вместе с луком. Добавляем соль и перец, размешиваем. Добавляем муку, размешиваем. Укладываем томатную пасту и все перемешиваем. И немножечко греется супом. Вливаем вино и даем прогреться еще минутку. Выкладываем горшок мяса. Выкладываем маслины порезанные пополам, огуречек на колечки порезанные и чеснок. И колбаску. Заливаем горячим бульоном или горячей водой, доверху почти. Ставим предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 1 час. Ну вот и приготовилась наша солянка. Приятного аппетита!